Слышали а вы о таком полотне, как тик? В нашем магазине Декавай на Столице, в торговом центре, есть три вот таких вида, три таких расцветочки. В свое время, в древности, тик использовался для богатых людей, они шили обувь, шили корсеты. А бедные люди шили себе одежду. Почему? Потому что эта ткань достаточно плотная, очень удобная была в носке. В нашем же магазине присутствует более плотная ткань, которую можно использовать как для чехлов на матрасы, для насыпок, для подушечек. В свое время бабушки также шили мешочки различные, в которых хранили травы. Также набивали подушечку пухом. Почему именно из этой ткани? Вязь достаточно тоненькая ткань, а тик, он плотный, и поэтому хорошо используется для набивания подушечек. Пух не будет вылазить. Воду вы спокойно тряпочкой сможете снять, и она практически не впитается, но это, конечно, нужно делать быстро. Поэтому приходите к нам, выбирайте, шейте прекрасные подушечки на матрасники, и думаю, вам понравится.